Ну и влип же я. Пузанцев и Еремин больше никогда не будут ругаться. В это трудно поверить. Нужно выбираться отсюда и поскорее. Только как? У меня нет ни оружия, ни компаса, ни рации. Что же мне делать? Эх, был бы здесь сейчас Пузанцев, он бы обязательно что-нибудь придумал. Абар, через 30 минут я вернусь, и мы решим, что с ним делать. Пока смотрите в оба. Расставьте дополнительные посты по периметру базы. Будет сделано, командир. За пленного головой отвечаешь лично? Да, командир. Самое главное в рукопашном бою — уметь предугадать действия врага. Если вы научитесь хотя бы на долю секунды упреждать его, значит, вы победили. Сегодня мы будем отрабатывать защиту и нападение с помощью оружия. У вас М-16. Это отличная винтовка, и в умелых руках она может стать серьезным аргументом. Начнем с самого главного. Чтобы вы не делали, не упускайте противника из виду. Всегда держите его в поле зрения. Это основной принцип рукопашного боя. Потеряете врага из виду, проиграете и умрете. Сейчас я вам покажу удар прикладом. Смотрите внимательно, он наиболее эффективен. Винтовку держите за цевьё и основание приклада. Удар наносите всем корпусом. И не забывайте выставить вперед левую ногу. Иначе вы можете упасть, если противник увернется от вашего удара. Всем ясно? Теперь пусть каждый повторит это. Здравствуйте, мои зрители. Мы продолжаем проходить игру Operation Flashpoint Resistance. Так, мы сейчас находимся на какой-то их базе, судя по всему. Рот везде. Нам надо отсюда выбираться, да? Подкова? Может быть, на счастье? Или это ирония судьбы? Хотя, если навернуть ей по черепу... Вот здесь кто-то стоит, да? Так. Можно попробовать его убить. Ты куда собрался, скотина? Быстро! Вот, всё. Кто стрелял? Абар убит! Так, кажется, пора рвать когти. Надо быстренько вот сваливать отсюда. Надеюсь, что не я. Какую сторону? Без понятия. Карты нету. Ну, допустим, в эту. Наверняка уже охота началась, поэтому надо быстренько, бодренько все пройти. Смотрите, какой-то город. Наверное, можно будет там что-нибудь найти. Кажется, там ничего нету. И нет, постойте. Где они там кричат? Что это тут? В эту машину нельзя зайти. Мотоцикл. Ой, это мой мотоцикл. Опа. Мотик угнали, да? Такой прикольчик, да? А, вот наши, наши. Все, мы спасены. Стой, кто идет? Свои! Сейчас пальну, а потом будем разбираться, свои или нет. Стоять на месте! Блин, еще пулять собирается, вот что это такое?
Боец не ошибся. Здесь действительно гадюшник. Разрешите открыть огонь. Разрешаю огонь на поражение.